Привет, YouTube! В этом видео мы пробежимся по гайду, называется «Испытание Велизария». Запускается оно приблизительно, ну не знаю, через недели 2-3 после старта сервера. Если у вас не прошло такое испытание, то я быстро накидаю, как можно совершить немножко гайдика. Итак, как себя усилить и как подготовить к этому испытанию? Первое. Как у нас это здание называется? Вот в этом здании... Бустите. Смотрите, что нужно бустить. Бустить нужно размер войск. Бустить. Вот он идет здесь, размер войск. Потом вот здесь размер войск. Здесь размер штурма. Не нужен нам для этого испытания. В общем, нам нужно разгонять здесь атаку и размер войск. Вот он, размер войск. Именно атака и размер войск. И вот когда вы дойдете до замковой эпохи, вот здесь, здесь это обязательно быстренько нужно прокачать скорость обучения, чтобы у вас, соответственно, быстрее прокачивались. И размер войск. Везде качайте к этому размер войск. И вот здесь вот атака войск. Ну, соответственно, там вот эта защита. Нет, штурма нам не нужно. Именно где просто атака защиты. Короче, разгоняйте атаку и защиту. Через казармы, через это самое разгоняйте размер войск. Там нужно количество. Дальше. Когда приходит у нас это испытание, открываем нашу сумку. Копим вот эти бафы, бонусы. Вот в этой закладке они. Первое. Нам нужен баф. По-моему, он у меня кончился. Вот. Типа такой есть. 4-часовой. Увеличение размер войск на 25% действует 4 часа. Как он работает? Вы его активируете, и вы, ваше войско, ваш генерал может набрать еще больше войск. Соответственно, не забывайте, что если вы увеличиваете размер войск, то вам нужно, чтобы ваши казармы производили гораздо быстрее эти самые войска. Как это сделать? Вот есть еще такой вот баф. Вот, например, резервы вот второго уровня, резервы третьего уровня. Соответственно, здесь еще резервы четвертого уровня. Вот, например, резервы второго уровня увеличивают количество обучаемых солдат, например, на 500 в 10 группах. Что это значит? Вот, например, я, если его прожму, то у меня, например, сейчас казармы могут позволить обучить один стек, короче. Всего получается 10 стеков вы вот так вот обучаете, да? Если вы примените этот баф, то есть вы плюс 500, вот здесь вот можно обучить, у вас будет здесь такая написано здесь зеленым, плюс 500. И вот так вот 10 вы можете этим бафом еще увеличить количество солдат. То есть, и соответственно, есть 3, 4 и так далее, вот этим бустом. Не брезгуйте вот этими резервами, пользуйтесь, то есть это бустит количество войск. Ну и потраченного времени. Соответственно, есть вот на 1000, например, сразу 10 групп. То есть 10 по 1000, так скажем, они вам сделают сразу, да? 10 раз по 1000 казармы вам произведут этих войск. То есть к этому вот так вот. То есть не брезгуйте этими пользоваться. То есть это очень даже полезно. Так, а именно к Велизарию к этому как готовиться? Значит, бафы, вот этот вот баф увеличивает размер войск. Вот, например, есть, по-моему, даже 50% увеличитель. Вот у меня его нету, есть у меня только 25%. Юзаем его и юзаем атаку. Вот базовый урон атаки. Вот у меня есть 5%, есть 10%. Вот такой вот. Вот такой вот. И лучше, конечно, чем лучше цифра, тем лучше. То есть вот этот баф складывается с этим бафом. Ну или если вам защита нужна, то вот есть вот такие вот щиточки. Они тоже стакуются с базовым расширением армии. То есть протыкиваем расширение армии, протыкиваем либо баф на атаку, либо баф на защиту. Запомните, что баф на атаку и баф на защиту не стакаются с друг другом. Они взаимозаменяются с друг другом. То есть, если вы прожмете мечик, а дальше прожмете щит, то есть, соответственно, щит заменит меч. И наоборот, поняли, да? А именно размер расширения армии стакается с этим и с этим. Вот, запомните это. Далее. Находите храм, желательно, конечно, 4 уровня. Берете руну на атаку.
Вот типа такой руны. Вам понравилось, жрете эту руну, берете эту руну. Вот, именно атака войск. Сила исцеления нам не очень нужна, нам именно атака войск нужна. Жрете эту руну. Если что, наши бафы отображаются вот здесь, сверху. Такая вот стрелка веры зеленая. Здесь ваши бафы. Далее, когда вы это все прожмете, уже далее начинаете проходить вот этого испытания в Елизарии. Поняли, да? Как это проходить? У вас есть 3 попытки в день. Вот. И далее начинаете проходить. То есть выбираете у Велизария там баф, который он будет юзать. Выходите и деретесь. И деретесь до последнего. Хиллеры в этом испытании не работают. Их нельзя использовать с вашей армией. То есть именно на один жирный большой стек с самыми сильными вашими генералами. Если вы попробуете 2 стека, запомните, как только один из стеков сдохнет от этого Велизария, испытание сразу автоматически заканчивается. Запомните это. То есть если вы подеретесь один раз с Велизарием с этим, вернете армию типа вот сюда, в город обратно, задание сбрасывается. Смысл этого задания, то есть вы деретесь на выносливость. То есть первый раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. И вот пока ваша армия не сдохнет. Запомните это. И вот с помощью этих бафов тащите, пытайтесь тащить вот это вот испытание Велизария. По испытанию, может быть, кому-то помог на будущее или у те сервера, которые только-только начинают, стартуют. Вот такое вот у вас будет испытание. Вот так его лучше проходить. 3 попытки есть. Пробуйте. Получайте награды. В самом последней награде вот такие вот призы. Вот такие сейчас быстро покажу. Вот такие призы в этих сундуках лежат. Довольно-таки легкое задание. Я так понимаю, когда оно 2 дня пройдет, там еще дополнительно что-то накинут. Вот, в общем, вот так оно, собственно, и проходит, проходится это испытание. Думаю, всем помог. Всплывашки по другим гайдам сверху справа. Всем спасибо. До скорых встреч. Увидимся.